как вы знаете, мы не обладали в Государственной Думе большинством голосов. Особенно последние годы, когда вот многие десятки законов, как горячие пирожки, печатались правящей партии, непонятно для чего, видимо, показать избирателю, что у них большая активность и так далее. Те законы, которые мы выдвигали, они были продуманы, фундаментальны, сдержаны, взвешены. В частности, вот наш закон об образовании, который готовилась группа во главе с Нобелевским лауреатом Жаресом Алферовым и представителями академической науки, не прошел, хотя нам в кулуарах утверждали, что все нормально, все он хороший, но нужно было показать первенство под своим флагом. И вот обилие законов, которые сейчас проходят, не мы их, не наши депутаты их, у нас, я хочу сказать, 92 мандата из 450. Мы за более спокойные, проработанные законы, которые действительно будут концептуальны и системы будут системно менять страну. А вот эти десятки законов по поводу и без повода, по какому-то случаю, значит, и не случаи, которые происходят у нас, мы считаем это не нужно. Главное то, что мы понизили нормы безопасности. Прежде всего, в связи с тем, что новые законы отменили старую стандартизацию по принципу, как формально говорилось, чтобы дать работать бизнесу. В итоге огромное количество отравлений и детей, и взрослых, огромное количество аварий, падают самолеты, разбиваются ракеты. Все это говорит о том, что механизм государственный, законотворческий, не так работает. И мы, кроме того, накопилось около нескольких сотен законов, которые просто лежат в долгом ящике в Думе, которые просто никому не нужны, потому что они были высосаны из пальца. Вот здесь мы за наведение порядка.